Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, взяв за плечи Ибну Умара, радыяллаху анху, известного сподвижника, обращается к нему с следующими словами. «Кун фиддунья ка аннака гарибун ау абирус сабиль». «Ты будь в этом мире, как будто бы ты на чужбине, не на родине». Или же путник, который находится в пути. На самом деле эти два предложения дают нам очень важное знание, очень важной основой мировоззрения верующего человека. И это то, что этот мир – это для нас не дом. То есть мы не дома на самом деле. Мы находимся, где мы временно пребываем, как бы перевалочный пункт. И как бы этот мир нас не завлекал своими красотами, и как бы нам не приходилось в этом мире переживать разного рода проблемы, разного рода переживания, мы должны понимать, уважаемые братья и сестры, что все это временно. Все равно рано или поздно мы этот мир покинем. Наш дом на самом деле это ахират, загробная жизнь, где уже жизнь не ограничена временем, мы пребудем вечно. И в этой связи на самом деле пример это очень сильный. На самом деле мы же знаем, когда мы находимся в пути, когда сталкиваемся с разного рода проблемами, там, если человек на машине с семьей, там, машина поломалась, там, колесо спустило, дети плачут там, и так далее, и вот это все нам легко воспринимать, когда мы осознаем, понимаем, что скоро мы вернемся домой, скоро придем домой, и все встанет на свои места. И на самом деле, через недолгое переживание, когда мы возвращаемся домой, когда дети ложатся спать, все успокаивается, мы же ощущаем какое-то спокойствие, умиротворение. Точно так же мы должны понимать, что все то, что происходит в этом мире, оно временно. И как сказал пророк, осознание того, что мы всего лишь путники, и мы на чужбине, мы не дома, это своего рода лечение вот от этой болезни, да, психологической. Тревоги, переживания из-за разного рода событий. Вот это для нас должно быть лекарством. И каждый раз мы над этим должны задумываться, размышлять и вот эту основу укреплять. Иногда мы это забываем, и эта основа расшатывается, ослабевает, и тогда жизненные проблемы расшатывают нас тоже.